Всем привет, друзья! Имеется у меня в наличии два вот таких вот ремня, разные расцветки, но одинаковой модели. Ну, немножко рисунки здесь на пряжках разные. Вот эта вот черная была, ну, видите, со временем облезла уже такая, стала потрепанная. В целом, ремень мне понравился, но выявились такие вот недостатки. Ну, во-первых, пряжка металлическая, это хорошо, но она гремит. Вы слышите. Далее, сама пряжка это тяжелая, и если штаны или брюки, допустим, в моем случае горка, в ней эти шлевки большие, и бывает, что ремень просто выскальзывает там из-за тяжести пряжки. Допустим, вешаю я штаны на вешалку, и потихоньку ремень начинает выскакивать. Да и когда одеваешься, тоже бывает, он немножко выскальзывает, поправлять приходится. Другие брюки у меня, штаны есть, наоборот, с узкими шлевками. И получилось так, что ремень могу пропустить на один раз. Когда я застегиваю ремень, да, у меня остается такой вот хлястик, он болтается. И второй раз я его в шлевку не могу вдеть. И поэтому я заказал парочку ремней уже с пластмассовыми пряжками. Ремень у меня один такой имеется, но он у меня один, и переставлять его с одних брюк в другие неудобно. Ну что, давайте откроем, посмотрим. Так, где мой ножик? Блин, убрать ножик. Так, два ремня. Шла посылка 63 дня. Ну что, давайте откроем, посмотрим. Так, ага. С этой стороны этот ремень я планирую носить с джинсами, поэтому я заказал вот такой вот сине-белый, в принципе, точнее даже не белый, а серый. В принципе, были ремни полностью синие, даже синяя пряжка была, но мне захотелось с такой вот светлой полосочкой, как-то он так более нарядно выглядит, что ли. Но ремней с такой расцветкой не было, с синей пряжкой, во всяком случае, не нашел. Да и, в принципе, черная пряжка, на мой взгляд, даже будет, может быть, и получше смотреться, чем синяя. Вот. Открываем второй ремень. Жалко, что здесь, конечно, черная резинка, как бы под цвет больше хотелось. Но вот видите, этот такого песочного цвета, как койот, или как его правильно назвать. Этот ремень я уже буду носить с горкой, так как я на пояс что-то тяжелое, амуницию никакую не подвешиваю. Этого ремня повесить на него нож Мору будет за глаза. Пряжки эти прочные, в принципе, и на своем том ремне уже знаю. Я, кстати, висел на этом ремне, мою массу выдерживает. Подвешивал этот ремень такой за турник и висел. Ничего не оборвалось, ничего не лопнуло, ничего не треснуло. Были у меня сомнения, что удержит вот в этом месте, потому что здесь крепление на два коротеньких зубчика, скажем так, штыречка. Думал, что обломит их, или они выскочат, пряжка разойдется. Но нет, ничего ни в этом месте, ни в этом не вылетело. Кроме того, конечно, не видно сейчас, на пряжке имеется надпись UKK. Я не знаю, оригинал это или подделка, но логотип UKK имеется. Сейчас я попробую вам поближе показать. Так, а на этой пряжке тоже имеется. Сейчас посмотрим. Ну вот, друзья, так вот вроде бы видно, да? Вот. Как вы заметили, плетение у самой стропы ремня разное. Не знаю, или мне кажется, или вот синий ремень чуть-чуть как-то потоньше, что ли, и он более мягкий по сравнению с этим. Вот у этого ремня плетение больше похоже на плетение, как у ремней безопасности. А здесь же более такая крупная нитка идет. Ну, на этом, пожалуй, все, друзья. Ремни мне понравились. Ну, а вам я пожелаю удачных покупок в интернете, и чтоб посылки вам приходили побыстрее, нежели чем за 2 месяца.